В минувшие выходные Татьяна Навка презентовала новое ледовое шоу «Вечера на хуторе», где задействованы многие известные фигуристы, в том числе муж Анастасии Заворотнюк, являющийся бессменным партнером олимпийской чемпионки. В этой постановке Петр Чернышов сыграл графа Потемкина, и его образ наделал много шума. Дело в том, что ради роли фигурист, которого все привыкли видеть с бородой, побрил щетину и примерил белокурый парик, а лицо ему обильно загримировали, так что он стал совершенно неузнаваем. Правда, во время шоу спортсмен смотрелся эффектно, казался моложавым и привлекательным, однако его фотографии вблизи оказались пугающими. В сети появился снимок Чернышова с Татьяной Тарасовой, которая пришла посмотреть ледовую постановку Навки. Хотя 76-летний тренер уже давно плохо себя чувствует, страдает болями в спине и ногах и передвигается в инвалидном кресле, на фоне 52-летнего фигуриста она выглядит